Мабиба MB552M2 в качестве парилки. Здесь люди будут париться. Поставлено здесь. На озере внутри там полоки. Полок PS350, PS700, двухуровневый полок PS2 и норвежский малый PSN350. Там прорубь сделана. Вот эта палатка Мабиба MB104, однослойная, просто поставлена. Будет как раздевалка, сюда все покидают рюкзаки, вещи, все нужные вещи. Тем не менее, там установлена печь длительного горения согра, там будет тепло. Здесь 552, кстати говоря, медиана с профоном вторым и гравицапа с баком для воды. Сейчас переходник согра профон. Ну, это R34. Печкой согра, естественно, печкой длительного горения. Теплый дом, гостиница, жилой модуль на 4-6 человек. Чтобы комфортно ночевать, там полный набор, пол престижной, утепленный пол, все в комплекте. Такая вот обстановка. Прорубь вполне нормальная, если нужно, еще поддопилим. Вот MB552M2, Мабиба MB104, и за ней прячется Роснаб R34. Ну и всем привет. Привет. Ой, просто тепло, да? Хорошо. И жарко. Ой. Но уже через 3 дня снег вообще полностью растаял, затоплена баня. Проснулись с утра, ночью были сильные порывы ветра, естественно, все устояло, все нормально. Но такая тема, весь снег растаял и плюс большое количество осадков, в общем, в результате R34, она в ложбине была установлена, неровная эта поверхность, все в воде, чтобы было понимание, ситуация вот такая вот. Покажи, как получится. Да, то есть на самом деле, когда заходишь, тут вот шмякаешь так, но тем не менее мы тут переночевали нормально. Вот здесь место такое, здесь твердая поверхность, и тут вот шмяканье есть, а здесь уже вот такой вот бассейн, то есть как будто бы такой есть матрас водяной. Вот прям вот так спали. Но тем не менее можно смотреть вот этот вот пол из тарпаулина. Он совсем чуть-чуть вот тут конденсат дает, но все-таки дает. В мокроте такой. Ну, все нормально. Сейчас, в общем, демонтаж будет печи согра. Будем перетаскивать палатку в другое теплое место. Не теплое, а более сухое. Потому что здесь просто началась весна. Такая у нас аномальная погода. То снег выпадет, мороз. Побабац и сразу капля в нос. Такие пироги. Сейчас, когда мы будем идти, чтобы было видно, как все проснули. Так, застряли, да? Задели. Да, никогда еще до сели мое утро не начиналось с переноски R34. Да. Ну как сказать? Подожди, куда идти-то, блин, не видно. Блин, я здесь не пройду, подожди. Не. Иди. Иди.
тоже, наверное. Нет, тут лужа, чуть вперед давай, к озеру. К озеру? Ага. Ну вот, смотрите, вообще ровно. Но это пока. Сейчас там надо утрамбовать еще. Слушайте, а пол, наверное, надо вынуть и из палатки воду вычерпать. Ну, да, надо взять тряпку и выжать там все. И мы стояли вот в такой вот луже. То есть вся R34 в такой луже стояла. Капец, это же вообще! И мы вот здесь спали, прямо вот на этой луже. Не может просто. А потому что все, во-первых, стекло, как бы весь ложбину, снег сюда стек, ложбина. Обалдеть. И еще много осадков было. Ну, то есть ты видишь разницу с четвергом, представляешь, с четвергом, да, вот сейчас? Да, вообще. Короче, друзья, не совершайте наших ошибок. Если 0 градусов, и вы ставите палатку 0, а потом обещают потепление еще. Сейчас плюс 7 показывает температура, потому что вот я легко вот так вот стою, мне не холодно абсолютно. Вот в этом случае такие вот ложбины ставить палатки не рекомендуется. На какое-то высокое место, чтобы вода вся стекала. Вот. Сейчас, ну теперь она переставлена. Это хороший, интересный опыт, я считаю. Ночевки в такой луже. Ну все, палатка. Дождь опять пошел. В общем, можно ставить уже печку внутрь. Коврики постелим. Раскочегарим печь, конденсат выйдет. На новом месте. Уже нормально все. Не такой дождина. Короче, как весной. При том, что 2 дня назад. Я вот показывал в самом начале видео. Там видели, все в снегу было, когда была установка. Но мы здесь с печью согра. В теплом домике. Завтрак. Угу. Вот, дорогие друзья, 17 декабря. Вот такая вот обстановка. Такая вот обстановка. Фактически весна. Да, мы идем париться. Вот. Там сушатся вещи, которые намокли. И вот Мобиба MB552M2. Там уже парится. И вот здесь вот такая вот обстановка. Сушилка. Печкой согра здесь. Все очень хорошо просушивается. Вот такой вот завтрак. Опа. Столик из топливных брикетов. Вот. Гравицапа.